Праздником з матчі дітей, Рафаїл. Высокопреосвященство, дорогой Владыка, искренне рады вас приветствовать в стенах обители и благодарим Господа за возможность в этот престольный праздничный день сослужить вам божественную литургию и слова и чудес. Дорогой отец Степан, позвольте мне, братья обители сей, всех прихожан, также приветствовать этим священным для православных людей днем святой великомученицы Варвары, которая покрывает этот храм, в честь нее он построен, чтобы она и впредь хранила обитель нашу, на всех в мире, в здравии и благополучии. С праздником!
то вся прикосну мне, и обглядавши Венеции сотворшую сие, жена же, побоявшися и трепещущи, верящий, неже бысть ей, прииде и припаде к нему, и рече ему всю истину. Он же рече ей, дыщи, вера твоя, спасетя, иди в мире. Верую, Господи, исповедую, ко Ты сего истину Христос, Сын Бога живаго, пришеды мне грешные спасет, ниже первый ли первый из вас. Еще верую, я по сей самое пречистое тело Твое, сей самое честное кровь Твое, молюсь об Тебе, помилуй меня. Прости мне прегрешение мое, вольное, невольное, расловье, дело межеведь, неведение. Исподобь меня осужденно причастите святой чистых Твоих тайн, Господи, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастника, причастницу меня прими. Небо врагом Твоим тайно поверь, не лапзами дам его Иуда, но я Господник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение, будь мне причастие причистых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Отец Яков, благодарный, каждый Господин Яков. Привет! Мне тело Господи Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причастие от Симона.